Всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как вяжется такая панамка крючком. На фото панамка связана из ниток Vita Rosa. Это хлопковые нитки в 50 граммах 150 метров. И крючок номер 3. Вязание панамки начинается с вязания донышка. Набираем 5 воздушных петель. Соединяем с первой петелькой соединительной петлей. Делаем 3 петли на подъем и 14 столбиков в центр. Вводим крючок в верхнюю петельку, вытягиваем нить и соединяем. Дальше делаем 3 петли на подъем, столбик с накидом в ту же петлю, откуда мы делали петли. В следующую петельку вяжем 2 столбика с одним накидом. И так до конца ряда вяжем в каждую петлю по 2 столбика с одним накидом. Довязали ряд, теперь соединяем с верхней петелькой. Делаем 3 петли. Эти 3 петельки считаются за 1 столбик. И в следующую петлю вяжем прибавку. Прибавка — это 2 столбика с одним накидом в одну петельку. Дальше снова столбик с накидом в следующую петлю. И в следующую петлю прибавка. До конца ряда провязываем столбик с накидом и прибавка. Соединяем с началом ряда. Теперь 3 воздушные петли и в соседнюю петлю еще один столбик. В следующую петельку 2 столбика с одним накидом. Дальше снова 2 столбика и прибавка. Два столбика и прибавка. В следующем ряду вяжем 3 столбика и прибавка. 3 петли и 2 столбика. И прибавка. Снова 3 столбика
и прибавка. Следующий ряд вяжем 4 столбика и прибавка. 3 петли и 3 столбика. Дальше прибавка. Четыре столбика. Прибавка. Следующий ряд вяжем 5 столбиков и прибавка. И последний ряд донышка провязываем 6 столбиков и прибавка. У нас получился вот такой кружок. В следующий ряд провязываем ряд столбиков с одним накидом. Делаем 3 петли на подъем и в каждую петельку по одному столбику. Соединяем с верхней петелькой. Делаем 3 петельки и еще одна воздушная петля. Накид, пропускаем 1 столбик и в следующий вяжем столбик с накидом. 1 петля, накид, пропускаем 1 столбик и следующий столбик с накидом. 1 петелька. Столбик с накидом через одну петлю. Делаем соединительную петельку во вторую петлю. Вытягиваем нить и провязываем. Дальше 3 петельки. Столбик с накидом в арку. И столбик в столбик. Снова в арку и в столбик. Соединяем. Одна петелька и столбик без накида туда же. Теперь делаем арки поочередно. Арка из 3 петель и из 2. Начинаем с 3 петель, делаем 3 петельки, пропускаем 2 петли и в третью столбик без накида. Теперь делаем 2 петельки, пропускаем 1 петлю и в следующую столбик без накида. Снова 3 петельки, пропускаем 2 петли в третью столбик без накида. Теперь 2 петли. Пропускаем 1 петлю в следующий столбик без накида. Так вяжем до конца ряда. Здесь у нас была арка из 3 петель, затем 2 петли и делаем соединительную петельку в столбик. И еще одну соединительную петлю в арку. 1 петля и столбик без накида. 2 петельки. В следующую арку, та, что поменьше, делаем 3 столбика с одним накидом. Две петельки. Столбик без накида в следующую арку. Снова 2 петельки. И в следующую арку 3 столбика с одним накидом. Две петли, столбик без накида в следующую арку. Снова 2 петельки, 3 столбика с одним накидом. Две петельки, столбик без накида.
Довязали ряд до конца, теперь делаем соединительную петельку в ближайшую арку. Одна петелька и столбик без накида в ту же арку. 3 петли. Столбик без накида в следующую арку после 3 столбиков. Дальше 2 петельки и столбик без накида в следующую арку. 3 петли. Столбик без накида. 2 петельки. Столбик. Следующий ряд провязываем как прошлый ряд. В большую арку делаем столбик без накида, а в маленькую 3 столбика с накидом. Столбик без накида делаем в посередине арки, поэтому делаем соединительную петельку. Одну петлю и столбик без накида. 2 петельки, в маленькую арку 3 столбика с накидом. Две петельки, столбик без накида в следующую арку. Две петельки, три столбика с одним накидом. Две петельки, столбик без накида. Довязали ряд и провязываем еще 2 ряда, то есть вяжем один ряд воздушных петель, поднимаемся вот сюда соединительными петлями, сюда делаем столбик без накида, 3 петли и столбик сюда, затем 2 петли и столбик сюда, и следующий ряд вяжем столбиков, так же самое, как вот этот ряд. Вот как получилось. Следующий ряд провязываем ряд воздушных петель, делаем соединительную петельку, петлю, столбик без накида, 3 петли, столбик без накида в следующую арку, 2 петельки, столбик без накида, снова 3 петли, столбик без накида, 2 петельки и столбик без накида. Следующий ряд провязываем ряд столбиков без накида, делаем соединительную петельку в арку. В арку та, что больше, делаем 3 столбика без накида, а в арку, которая меньше, 2 столбика. Следующий ряд вяжем ряд столбиков с накидом. В каждую петельку по одному столбику с накидом. 3 воздушные петли и в следующую петельку столбик с накидом. И во все петельки по одному столбику до конца ряда. Когда довяжете ряд столбиков с накидом, вы начинаете вязать ячейки. Точно так же вяжете ячейки, поднимаете с 3 петлями, делаете еще одну петельку и через одну ячейку делаете по одному столбику с накидом, между которыми по одной воздушной петельке. Повторяете все вот эти ряды, ряд столбиков без накида и ряд столбиков с накидом. И заканчиваете вязание и заправляете нитку. Теперь нам нужно связать розочку. Мастер-класс такого цветка вы можете посмотреть у меня на канале. Ссылку вы найдете в описании под видео. Размер цветочка зависит от количества воздушных петель. Для самого большого цветка набирайте 39 петель, для среднего 25, а для самого маленького 10. Можете сделать все цветы одного размера. Набираем 8 воздушных петель. Одну петельку и столбик без накида во вторую петлю от крючка. В следующую петельку делаем полустолбик. И в следующую столбик с накидом.
Следующие две петли делаем по одному столбику с двумя накидами. Дальше столбик с накидом, полустолбик и столбик без накида. Вот получился такой лепесточек. Вы можете так и оставить, а можете продолжить вязать. Две петельки. Столбик без накида в первую петельку. Провязываем все так же само. Дальше полустолбик в следующую петлю. Столбик с одним накидом. В следующие петельки по одному столбику с двумя накидами. Дальше столбик с одним накидом, полустолбик, и столбик без накида. Вот такой лепесточек получился. Обрезаем нити и заправляем ее. На эту шапочку ушло примерно 50 грамм ниток. И она в объеме получилась 52-54 сантиметра. На этом мой мастер-класс закончен. Я надеюсь, вам было все понятно и понравилось мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем пока!